Всем привет! Как думаете, что общего между всеми этими предметами? Электрическим фонариком, батарейкой и воздушным шариком. Давайте представим себе ситуацию, что наш любимый фонарик больше не светит. Хваленая батарейка села, и заменить нам ее нечем. Что можно использовать в качестве источника энергии? Конечно, можно сделать химическую батарейку, воспользоваться электрическим генератором, который когда-то сделали, зарядить фонарик с помощью ветра, химии, волны, воды, тепла. А что если попробовать засветить фонарик с помощью воздушного шарика? Как думаете, можно ли с помощью надутого воздушного шара засветить хотя бы маленький светодиод или даже светодиодную матрицу? А еще круче сделать фонарик. Давайте попробуем. Сейчас я вам все покажу. Это готовый фонарик, работающий от воздушного шарика. Вы не поверите, но вот эта миниатюрная турбинка не содержит ни батареек, ни какой-либо химии, но при этом вырабатывает электричество. Это электрический фонарик, у которого вместо батарейки воздушный шар. Вы можете не поверить, но давайте посмотрим, как он работает. Как видите, ничего волшебного, все очень просто. Воздушный шарик, миниатюрная электрическая турбинка и светодиод. Фонарик, работающий от энергии воздушного шарика, готов. Можно подумать, что это фантастика. Ничего удивительного. Такую миниатюрную турбинку вы можете купить, а еще можете ее сделать. Вы скажете: ну, тут же всего лишь мигающий светодиод. Но в этом фонарике тоже всего лишь один светодиод. Правда, он не мигает. Так мы можем заменить. Турбинку можно вставить вместо мигающего красивыми цветами светодиода вот такой светодиодик. А можно даже подключить вот такую матрицу. Я думаю, будет здорово, если сделать даже более удобный фонарь. Но об этом фонарике я расскажу вам в следующем ролике. Как видите, у нас действительно получилась надувная батарейка. Для того, чтобы работал этот фонарь, надо надуть воздушный шарик, а потом выходящий из него воздух, вращая миниатюрную турбинку, будет запитывать светодиоды. Эта простая конструкция навела меня на мысль о том, что неплохо бы создать свой собственный фонарик, работающий от энергии сжатого воздуха. А теперь, мои уважаемые зрители, давайте вместе с вами проведем небольшой интернет-эксперимент. Я думаю, подобную бредовую идею, как надувная батарейка, пока еще вы нигде на YouTube не видели. Поэтому давайте вместе зафиксируем дату и посмотрим, сколько дней понадобится гуру интернета на то, чтобы перетянуть к себе подобную идею и выложить ее как свою собственную. Я буду очень признателен, если вы напишите в комментариях, где и когда вы увидели подобный ролик. Благодарю вас за внимание. На этом все. Пока. Следующий ролик про фонарик из пластиковой бутылки уже готов. Я выложу его в ближайшие часы. Всем до свидания.